В здоровом теле здоровый дух. 1 июня во Дворце спорта «Норд» прошли веселые старты, посвященные Международному дню защиты детей. Тему продолжит Катрина Тайбари. Ребята, я поздравляю вас с замечательным праздником, который взрослые ежегодно вам дарят. Днем защиты детей. Давайте похлопаем друг друга. Спортивный праздник для детишек был организован Ненецкой региональной организацией «Динамо». Данное мероприятие проводится ежегодно. Участников ждали конкурсные задания, в которых они должны были показать умение работать в команде. Сегодня у нас в Дворце спорта «Норд» проходят соревнования, спортивные соревнования, веселые. Спортивный праздник, даже веселые старты для детей, членов общества «Динамо» и приглашенных детей. Это вот особое детство. У нас сегодня приглашенные ребятки с центра содействия «Наш дом». Это мероприятие у нас проходит ежегодно. Самая главная цель этого задача нашего мероприятия, чтобы сплотить детей, чтобы они все вместе выполняли задания, переживали стресса друг друга. Ну и посвящено, конечно, сегодняшнему празднику, Международному дню защиты детей. Всего участие в веселых соревнованиях приняли 4 команды. Воспитанники Центра содействия семейному устройству «Наш дом» продемонстрировали свою ловкость и силу на веселых стартах уже в 6-й раз. У нас очень много проводится мероприятий, направленных на спортивные игры, на сохранение здорового образа жизни. Поэтому подготовка, можно сказать, каждодневная. Ну, естественно, мы готовили девиз, придумывали название команды, все сделали вместе. Дети с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, даже спорили, кто будет участвовать. Команда детей из общественной некоммерческой организации «Особое детство» дружно выполняла все задания на высоком спортивном уровне. Вообще у нас ребята очень активные, интересные, своеобразные, со своими все характерами, поэтому было довольно сложно и в то же время весело. Мы очень долго репетировали, как мы будем произносить наш девиз. Название команды придумали сами ребята. Ну и изъявили желание тоже сами ребята. Хочется пожелать всем ребятам самое главное – хорошего и доброго отношения друг к другу. Потому что все дети на этой планете, они разные, так же, как и люди. И независимо от того, какой ребенок, какое у него заболевание или какой у него статус в этой жизни, чтобы они все друг к дружке относились с уважением. По итогу спортивного праздника победила дружба. Все ребята получили сладкие призы, памятные вымпелы и яркие радостные эмоции. Катрина Тайбрей, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».